Привет! Мы продолжаем серию уроков по изучению инструментов Proper. На этот раз речь пойдет о Proper Physic. Если в прошлых уроках мы делали статик и динамик модели, то сегодня научимся делать и физические. Начнем! В списке точных entity находим Proper Physic и создаем его на карте около нашей Proper Model. Смотрим на свойства. Model to apply to. Указываем имя Proper Model. Health Preset. Тут выбираем физические свойства модели. Камень, дерево, пластик. И их примерный вес. Дальше. Health. Если наш объект разрушаем, выставляем значение от 0 и выше. Если нет, то минус 1. Flammable. Можно ли поджечь нашу модель? Ignite Health Health. Будет ли гореть модель, пока не разрушится? Ignite from explosion. Если рядом что-то взорвалось, модель не разрушается, а загорается. Explode damage. Наносимый урон окружающим объектам при разрушении. Explode radius. Радиус наносимого урона окружающим при разрушении. Grips. Из какого материала будут осколки модели при ее разрушении? Grip Scout. Количество осколков. Grip Skin. Скины осколков. Об осколках мы поговорим уже в другом уроке. Фух. Что ж, со свойствами все. Компилируем модель и смотрим на результаты. Как видим, наша модель упала и она разрушаема. Пожалуй, это все. Спасибо вам за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь или помогите нам донатом. Пока-пока!